Шла старушка утром рано. Набережной шла, а в кошелке баклажаны и морковь несла. Штормом волны поднимала, резал ветер зло. У старушки силы мало, с грузом тяжело. Долго шла, совсем устала, согнута спина. Испоткнулась и споткнулась, и упала. Пала, бедная она. Это было утром рано. Никого вокруг. Покатились баклажаны из кошелки вдруг. Проходили двое мимо, в школу, на урок. Встать один помог ей мигом, все собрать помог, а другой стоял в сторонке. Смех его раздался громкий, вы скажите нам, ребята, с кем дружить нам неприятно?